Все те, кто сделает перевод до момента, как мы соберем 2 миллиона евро, получат вознаграждение по коэффициенту 100 в течение 3 месяцев после падения режима. Например, если вы сделали перевод в размере 10 тысяч тенге, 20 евро, то получите 1 миллион тенге или 2 тысячи евро. После того, как мы соберем сумму 2 миллиона евро, коэффициент вознаграждения будет уже не 100, а 50. Такой коэффициент будет действовать до того, как мы соберем сумму 20 миллионов евро. С 20 до 40 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет составлять уже 30. От суммы 40 до 50 миллионов евро коэффициент будет 20. С 50 до 60 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет 10. Как вы видите, большее вознаграждение вы получите, если сделаете перевод до того, как мы соберем определенную сумму. Друзья, еще раз подчеркну, что вознаграждения будут оплачены в течение 3 месяцев после падения режима.